Летний сорт яблок. На вкус они кисло-сладкие и хороши для изготовления пастилы. Промытые яблоки укладываю на противень. Протыкаю в нескольких местах зубочисткой, чтобы они не трескались. И отправляю в духовку для запекания на 1 час при температуре 180 градусов. Яблоки запеклись. У еще теплого яблока с помощью ложки вынимаю мякоть. Удаляя кожицу и сердцевину. Полученную мякоть печеных яблок буду разбивать погружным блендером до состояния пюре. Яблочное пюре увеличилось в объеме и стало воздушным. На противень, застеленный силиконовым ковриком, выкладываю яблочное пюре тонким слоем для подсушивания его в духовке при открытой дверце. Пастила подсыхала около 7 часов. Сейчас можно ее скрутить трубочку. Трубочку разрезаю и буду посыпать сахарной пудрой с корицей. Такое лакомство может храниться больше года.